Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. Продолжаем играть в черепашки и ниндзя-легенды. Ежедневные награды забираем. Да, друзья, вчера я целый день не заходил в эту игру, поэтому, наверное, меня сбросили сейчас ниже плинтуса. Мы сейчас посмотрим. Сегодня у нас что, суббота? Остается всего лишь один день, и у нас будет откат, и будут награды, и будет вообще все самое лучшее. Будут осколки, да, и самое главное, будут карточки на наших кроликов. Поэтому нам нужно подзатянуть сегодня пояса. Давай посмотрим, где я нахожусь. В лиге сёгунов, 71 ранг. Блин, фигово, ребят, фигово, потому что, ну, сам понимаешь, мне нужно как минимум быть в мастере. И надо туда попасть и еще и удержаться. Так, начнем с выполнения заданий, пройти серию испытаний. Давай быстренько с тобой пробежимся. Вот сюда вот я, наверное, загляну. Раз, два, три, четыре, пять. Погоди-ка, зэка не буду брать, возьмем лучше так. Да-да-да, Крэн, как всегда, возмущается, но, в принципе, он обоснованно все бубнит там. Так, здесь у нас, значит, ага, люди-грибы, и вместе с ними еще и Бакстер Стокман. Начнем, пожалуй, ну, давай гриб разберем с тобой. Оки-доки, так, начнем вот с такого удара. Хада, нормуль. Усаги, выруби, пожалуйста, этого ха... не стал вырубать. Так, и Крэнк. Ну, с Крэнком, в принципе, ребят, если он не кританет, да, не сделает мне супер-пупер свой удар шипастой булавой, мы его замочим. Ничего в нем сложного нету. Мне нравится, как он появляется. Такой потирает свои ручонки мелкие. Такой, о, вперед, в атаку, типа. Ну, да. В атаку. Ну, начнем вот с этого удара. Ой, а что так мало-то? А что так мало отняли-то у него здоровье? Я думал, ракеты здесь хорошо будут бомбить. Ладно. Так. Получил свое. Еще разок. Так что, вот удар. Блин, как-то ты не вовремя... А, мы ему тоже заблокировали. Хе-хе. Тихо, а что, у него даже обычный удар может повесить на нас немоту? А если я вот так сделаю, через постепенный урон? Как тебе это? М? Парень, как тебе это? Давай хильнемся на всякий случай, потому что майки, ну все равно он не особо такой дамагер. А вот отхил нам пригодится. И сделаем волну. Так, ему крышка, по идее, должна быть. Да. Все, ребята, иди, 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 не влази. Не вылази, я тебе говорю, иди отдыхай. Так, ну что, ребята, мы с вами победили. Сейчас нам дадут простенький реворд. Самый-самый простенький. Так, все это хорошо. Ну, где там? Где награда? Дайте мне, пожалуйста, награду. Так, ДНК из другого измерения, колода. Рафаэль классический, 3 ДНК. Рафаэль оригинальный, 3 ДНК. Рафаэль классика, 2 ДНК. Микеланджело оригинальный, 2 ДНК. И 380 сюриков. Ребят, ну, чтобы получить полностью всю награду, вы прекрасно знаете, что мне нужно пройти еще остальные миссии. В принципе, здесь не так много. Я думаю, в следующей серии мы с вами пробежимся, да, и вскроем все сундуки. Их нужно 60. Точнее, не сундуков-то, я не помню здесь сколько. Но звездочек нужно набрать 60, чтобы все сундуки у нас были. Пока, как видите, у меня 36 звезд. Так, ладушки. Давай заберем с вами реворд. Поднять уровень персонажа. Так, в боях. В боях мы будем с тобой, опять же, искать запчасти на Рахзара. Навыки. Погнали. Так, нам что не хватает здесь? В принципе, нам нужно найти только кружки. Поехали. Так, комиксы. Ага, кружка. Олимп Динер. А сколько там нужно было, я не помню. Две кружки я уже нашел, давай здесь. Так, опять же, комиксы из канализации нам выпадают. Эй, ребята, давайте кружки, пожалуйста. Пицца заканчивается, да? 8 пиццы за один ролл мы с тобой делаем. Так, подожди-ка, сколько там уже? Сколько там еще осталось? 3. Еще 3 крухи. Ладно, надеюсь, пицца нам хватит. Раз. Два. И последний, пожалуйста, будьте добры. Ну. Есть, отлично, друзья мои. Отлично, просто-напросто. И мы с тобой прокачиваем альфу до 5-й ступени. Вот, отличненько. Ребята, ух, комиксов у нас много. Нам нужно с тобой найти 5 кошек, 8 3D очков и ячейка крэнгов 10 штук. Это опять же нам под силу, но потихоньку, полегоньку будем с тобой искать все это дело.
Значит так, задание мы выполнили. Две штуки и поднять уровень персонажа. Сколько у нас ДНК, о, ДНК мутагена? 18600. 18600. И я, наверное, знаешь, что сделаю? Возьму кого-нибудь слабенького. Кого-нибудь слабенького. Кого? Они тут все слабенькие. 41 уровень, да? 41. Давай его попробуем прокачать до 45. Вот так вот. Хотел до полтинничка, но мутагена не хватило. Хорошо. Цель поставлена. Прокачать Ксевера Монтаса до полтинничка. Да вообще их надо там всех до полтинника уже дотягивать, на самом деле. Засиделись они в низинах. Так, давай здесь с тобой обменяем. Здесь тоже обменяем. Зайдем сразу в магазин, посмотрим, может быть, что-нибудь. О, смотри-ка, Джастин роднули. Прям сам в карман летит к нам. Так, у нас тут 35 с тобой монет ПВПшных, и мы с тобой, да, берем. Вот так вот. На Микеланджело. По жетонам у нас все очень плохо. Ну, вроде бы все задания сделал. Ну, можно потом еще мутаген набить. Но это, я думаю, за кадром лучше сделать. Сегодня у нас испытание. Эксперт Усаги, да-да. Ну, а начинаем мы, как говорится, по традиции с лиги. Кто тут у нас? Геосеми, Уткербек и Данил. Данил. Уж не тот ли это Данил? Да, конечно, не тот, но все равно я буду драться с ним. Так, Железноголовый, подожди пока. Тут, значит, 60 уровень, я смотрю, максимальный. Поэтому не будем рисковать, а начнем просто с полтишочков. С полтишочков. Надеюсь, мы здесь справимся. Все зависит, конечно же, от Леонардо. Большая часть вот этой вот победы именно от него зависит. Ну, посмотрим. О, в принципе, неплохо, ребята. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. А вот это плохо. Шредер, хоть ты кого-нибудь попади, пожалуйста. Вот, 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 уже хорошо, уже красиво. Уже красиво, и мы с вами должны. Да, мы победили. Хм, Лео фильм не подвел, круто сделал, молодец. Может быть, действительно его как-то прокачать по возможности, а? Надо только ДНК на него найти. Так, перелетаем с тобой на какую позицию? 57-ю, были на 71-й. Слушай, неплохо, в принципе, в мастера мы с тобой залетим сегодня, это однозначно. Так, тут у нас Яра, Брэндон и Кинзия. Если брать по уровням, то мне проще с Брэндоном драться, потому что, ну, сам видишь, и левел. Да что ты железноголовый лезешь, что все, а? Раз, два, три. Раз, два, три. Не, погоди, 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 морозилка, погоди. Давай вот так вот лучше сделаем. Это чтобы, ну, лучше перестраховаться нам. Так, врубаем. Ой, тут сплинтер, ё-моё, я совсем забыл, ребят. А, все, его уже нету. Ну-ка, Лео, отдохни маленько. Слушай, довольно неплохо двигаемся. Так, ладно, сейчас у нас будет очередной бой. Персонажей у нас все меньше и меньше становится, да? Потому что мы начали с полтинников. А у меня там в закромах тридцатники, сороковые, там кого только нету. Что-то позиция какая-то 46-я всего лишь. Я думал, будет 40-я. Хм. Так, Мартин, опять Уткербек этот и Шиноуда. И возьмем-ка мы, наверное, с тобой, знаешь, кого? Уткербека. Лучше нам с тобой взять Уткербека. Так, Зак, отвали. Морозилка, Бибоп, Крысиный Король и не Тигр. Возьму я, наверное, сюда Змейка Вьюна. Да, мне приходится брать двух. Одного героя имбу, это Лео, а второго это, ну, для поддержания штанов, если что-то пойдет не так. Главное, чтобы у него было все с инициативой отлично. Добиваем, конечно. Найс. Ну что, вроде бы пока идем неплохо. Проигрышей не было, и это отлично. Это меня радует. Давай смотреть дальше. 46-я позиция была, становится у нас 34-я. Очень как-то мы долго с вами, честно говоря, продвигаемся. Так, Шиноуда, Русланчик и Вячеслав. Славка, значит, да? Хм. Возьму я, наверное, Шиноуду. Возьму его, будем драться с ним. Так. Тут 62-й максимальный уровень. Немножко напрягает, конечно, это дело.
Но мы с тобой, знаешь, что сделаем? Возьмем Дони с его массовым ударом от сюрикенов. Ну, в принципе, тут у тигра есть еще массовый удар, да? И Лео. Кирби падает, я надеюсь. Да, ох, ё-моё, а вот это плохо. А вот это плохо, друзья мои. Ой, как вжарил. Так. Блин, горелый, что же делать-то? Ну, я рискую. Да ладно, тигр, ты красавчик, ты просто спас. Вон спас всю команду. Потому что могли бы они завалить спокойно Кирби. У него там жизни-то было на расплюнуть. Молодец, красавчик. Погоди-ка. У нас вообще ранг сменился? Был 36-й, стал 31-й. А чё так? Чё так вшивенько-то? Так, Серджио, Элиль и человек. И просто человек. Ладно, просто человек. Тебя и возьмем тогда. Раз ты просто человек. Железноголовый, ты вот что ты все время лезешь-то? Возьмем Ваню, Сплинтера, Паукуса и... Ну да, нейтрализатора. А нам больше некого брать. Мы берем по порядку. 60-й уровень уже пошли, как говорится, в бой. У него тут команда, ну, в принципе, так себе. Что-то я вот смотрю, зачастил в последнее время в катках Сплинтер. Какую катку не возьми, везде есть Сплинтер. А ну-ка, успокойся, родной. Так, отлично. Двигаемся с тобой дальше, у нас все меньше и меньше персонажей. А мы хоть продвинемся вообще в... Я хоть попаду в эти... В самурая, хотел сказать. В мастера-то или нет? 22-я позиция, что-то вообще... Вообще жидко. Че, ну давай Тину возьмем. Блин, я уже не знаю, как быть-то. Я уже не знаю, как быть. Раз, два, три, четыре. Мне нужно, как говорится, попасть в мастера. Так мало того, чтобы попасть, нужно еще где-то, ну, хотя бы 50-ю, 60-ю позицию занять. Завтра последний день наших баталий. Что-то, мне кажется, я не перейду в мастера две звезды. И это плохо. Так, ну что, Рокул. Я, блин, не увидел, ребята, что этот Бибоп остался в живых. Ну, тем не менее, все здесь хорошо у нас получилось. Давай посмотрим, куда меня перекинут. 27-я позиция, да, у нас была? Ну-ка. А, 22-я даже. Ну ладно, хорошо. 6-е место. Так, Давид, Вилай и Богдан. Ну давай возьмем Давида. Ага, ага, разогнался, да? Слушай, у меня деньги есть, но в принципе, ребят, не знаю, возьмем, сделаем так. И риск. А риск — благородное дело. Так, кто у меня здесь? Значит, Зек, Рокзар и Рафаэль. Ну, если постараться, можно выиграть. Без потерями. Ой-ой-ой, а что это так? А что такое урон-то? Так, вешает иммунитет. Хитрец, однако, хитрец. Так, провокация на этом стоит. Мы пока ничего не будем делать. Будем просто разбирать. И желательно начинать с массовых чуваков, которые делают массовые атаки. Слушай, они меня Розара-то не разберут сейчас тут, а? Случаем-то. Бабочки пошли в бой. Чух-чух-чух-чух. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, друзья мои. Как-то тут все очень-очень плохо. Блин, а что сделать-то? Кто у нас там будет сейчас ходить? Майки, а он у нас в невидимости. А мы Рокзара с собой потеряем, скорее всего. Угу. По нему удар прилетит, и все. И хана мандрыга. Да. Разобрали. Надо было нам, дурачкам, Рафаэля лучше брать в провокацию. Сейчас же начнет, да, разбирать одного за другим. Надо убрать Дони. А убрать нам не получится его. Все. Так, защиту ставит, хорошо, пускай он ставит защиту ее. Ну-ка, давай-ка вот так вот. Бесполезняк какой-то. Ух. Вот мы и потеряли к Северо Монтеса. Я не понимаю, почему Рафаэль-то не ходит. Ёпрос, это, блин, 30 раз надо, блин, всем сходить, чтобы до него дошла очередь, блин.
Ну, ты прекрасно понимаешь, да? Тут все, ребят, массовые атаки пошли. О-о-о! Фуфляндия еще та, короче. Я офигею в плане того, что Рокзар сдулся на ровном месте. Я в следующий раз, ребят, не буду брать Рокзара, блин, в провокацию. Ну какой тут? 69-й, 68-й уровень. Он просто сдулся при них. Увидел их и сдулся. Вот так вот делайте выводы. Ой-ой-ой-ой, да. Повоевали, называется. То есть эта катка, если честно, просто улетела в трубу. И не только катка, а еще и мои бойцы улетели в трубу вместе с ними. Вместе с этой каткой. Зэк этот никчемный никудышник, а. Просто никакого эффекта. Ну что это? Ну здесь-то он еще что-то сделал. Два персонажа выиграли. Всего лишь два персонажа из пяти. Троих просто сдуло ветром. Это была шестая позиция. Мы, наверное, сейчас на одну-две позиции всего лишь передвинемся, да? Где-нибудь на третью, четвертую. На третью. Вот так вот, друзья мои. Ну ладно, будем мстить. Вадим, Вадим. Симона, ну давай Симону. Раз. Два. Хм. Раз, два. Раз, два, три. А погоди, а нафига я так делаю? У меня провокатора нету. Хотя вот теперь есть. Так а что там? Надо тогда делать вот так, ребят. Полную команду брать. Я надеюсь, Мондо Гекко не разберут. Они ведь могут. Если захотят, они могут его разобрать. Ладно, будем надеяться, что ничего у них не получится. Главное, чтобы у нас с тобой была инициатива по полной программе. Так, делаем массовую атаку от Усаги. Смотрим. Ага, отлично, кстати. Так, Крис делает баф. Ладно, бог с ним. Мы теперь запускаем волну и, в принципе, все, им конец. Да, ребята, мы с тобой что максимум сделали? Максимум добрались только лишь до мастеров одна звезда. Но я тебе могу сказать еще плюсы. Завтра у нас будет последний день, это воскресенье, да? Подожди, завтра у нас воскресенье. Да, завтра воскресенье. То есть завтра еще подеремся, да? Плюс за это время я накоплю себе немножко денег и куплю себе откаты. Я все-таки хочу попробовать бустануть ближе к концу. Может быть, в понедельник, где-то в часиков 12 дня, если получится. Если мне не на прием надо будет, не знаю, там еще у врача не записывался. Вот, и посмотрим, если у нас все получится, да, мы с вами бустанем, купим с вами откатов и попробуем попасть в Лигу Мастеров 2 звезды. Ну, а там, соответственно, заберем реворд. В общем, ждем понедельника. Ну, а сейчас мы переходим на испытания. Начнем с Усаги. Это испытание я ни разу не проходил полностью. Ну, по-моему, и сейчас не пройду. Так как здесь команда, ну, сами видите, средней вшивости. Но, тем не менее, парочку боев мы здесь с тобой выиграем. Погнали. Ой-ой-ой, как он жестко начал-то. Но он промахивается, так как у него 40-й уровень. Так. А что это сплинтер, интересно, не... Во. Обычно он раньше всегда контратакой занимался, а тут нифигашечки. Ну давай, Усаги, уничтожим с тобой. Нормуль. ДНК мне не нужны на него, но тем не менее их на сюрикены любо-дорого поменять. Кстати, у нас еще есть пицца, и не забывай, что мы можем с собой найти 5 ДНК на Джастина, чтобы его прапать прям сегодня. Так, ну что, поехали дальше в бой. Уровень здесь какой? 50 уже, да, 50 уровень. Соответственно, он будет лютовать уже. Угу. Ну, а в наших интересах ставить массовые атаки. А у нас массовые атаки только у Армагоши и у Карайки. Поехали. Окей. Ну-ка, давай проверим, как у нас Армагон. Так, ладно, остается добить. Проникающий. Ух, ё-моё, а чё это так?
Погоди-ка, Усаги, я не понял, а почему ты не упал от удара в живот от моего Криса Брэдфорда? Что с тобой не так? Даже Сплинтер, и то, который 60 уровня, и то пробил, так сказать, пресс Усаги. Что-то странно как-то. Ладно, тем не менее, мы с тобой зарабатываем еще 2 ДНК, и уже будет здесь какой уровень-то, я и не помню. 60-й. Ядрить его на корень. То есть Усаги уже в зоне риска вместе с Карайкой. А, у него двойная атака еще к тому же. Оу! Да ладно, блин. Ты что, серьезно, что ли? Смотри, что сделал, а? Блин, это плохо. Ну-ка, давайте грибы с собой попробуем уничтожить. Ага, уничтожить. Сейчас. Ну да, Усаги упадет. Он не доживет до рассвета. У меня провокации нет, Усаги упал. Точнее, не Усаги, а Сплинтер. Конечно, ребят, Сплинтер все время. Я до того привык все время говорить Усаги, что Сплинтера теперь просто иногда могу назвать Усаги. Ты что делаешь? Ты какой-то псих тут ненормальный. Просто бомбит и бомбит. Без остановки. Ну-ка, ракетами в него. Тебя умоляю. А так, если... Да он 60 уровня. Какого фига вы наносите такой минимальный урон? Вы на 12 уровней выше его, блин. Не понимаю я. Ну-ка, так, если... Может, постепенно урон хоть повесим. Ага, повесит она. Как же. Жди. Ну... Сейчас он, наверное, сделает свои две атаки по кому-нибудь. А, во. Помощь пришла. Две звездочки, друзья мои. Две звездочки всего лишь. Слушай, я даже не знаю. На следующий бой, ну, просто идти бесполезно. Тут какой уровень-то будет? 70-й. Не, ребят, не, не пойду. Что хочешь делай, я не пойду туда. Я вот сюда лучше схожу. Ух ты. Что-то я таких не видел, ребят, наград. Что это такое вообще? Глаз такой. Слушай, не было в первый раз. Так, 70 уровни. Ну, а мне, как всегда, дают команду вшивеньких, да? Ну, ладно, поехали. Попробуем. Три волны. 70 уровень. Все дела. Ладно. Будем потихонечку пытаться как-нибудь здесь. Понятно. Я уже понял, что мне тут сулит. Ну, давай тогда так бомбанем. Три волны, да, здесь, значит? Три волны. Ванюша уже сдал свои позиции, грубо говоря. Так что на него лучше не рассчитывать. И даже не знаю, что сделать. Ну, давай пробафаемся. Слушай, а если так? Слушай, ну неплохо. Ванька напоследок, как говорится, немножко дал тут коксу им всем. Хоть и посмертно, но все равно. Карайки ничего нету, к сожалению. Ладно, просто копишком добьешь. Добила, молодец. Так, эти начинают свои лучи бомбить. Сплинтер, а чё ты не стал в ответку-то бомбить, а? О, молодец. Кто? Шреддер? Ух, ёпарасете. Такого я не видел раньше. Ага. Окей, давай посмотрим, еще ты сшит, парень. Вата-ватой, походу, дело, да? Оу, влупил-то как Карайки. Так, а если мы вот так сделаем? Ну-ка. Оу, нормуль. А, так это какой-то... Это Шреддер-робот, походу, дело. Шо так заискрился, закоротил этого беднягу. А я-то думал, что это какой-то оригинал. Или у него просто костюм закоротило. Не понял я. Снаряжение хитрость. Такого у меня ни разу не было, ребят. В первый раз получаю. А ну-ка. Блин. Мне кажется, тут меня и похоронят. Ну, я рискну. Я рискну. Кто не рискует, тот, как говорится, не пьет кока-колу. Поэтому я буду... Ну, Ванюша здесь, естественно, недолгий у нас гость. Вместе со Сплинтером и вместе с Карайкой. Это понятно и дурачку. Все, Ванюша отыграл свое. А, у них еще и двойная атака здесь, да? Получается, ладно, приступим. Угощайтесь, мне не жалко.
Давай, наверное, вот так вот сделаем баф. Контратака только на сплинтера повесилась. Надо одного ханорика убрать, мне кажется, с поля боя. Вот так вот будет. Надо было вот этого убирать, а не двойная атака, ё-моё. Ай, как до утки на седьмые сутки. Ладно, накажешь? Молодец, красава. Так, и этого укусиком. Это была только первая волна, переходим на вторую. Партизанишку тут как тут, да? Давай бафов на себя целую кучу понавешаем, чтобы хоть как-то защищаться, обороняться. Почему сплинтер не атакует, ё-моё? Ты же должен атаковать, а, ушастый ты крысёныш. Не, не хочет. Не, не хочет. Если мы потеряем с вами Армагона, то, ребят, ну, песенка будет спета. А песенка будет спета в этой битве. Этого уберем. У кого там еще двойная атака? Ни у кого больше нету, да? Точно. О, смотри-ка, промахиваются даже. Давай вот этого шитика уничтожим. Ой, луч, луч. Блин, заблокировал способности. Заблокировал способности. Так, наверное, нам у того лучше пробить. На. На-ка. Вот тебе и на-ка. На-ка, ну-ка, выкуся. А так, если? Отлично. Так, и бафаемся. И бафаемся, и надеюсь, она копьем его пробьет все-таки. Хотя вряд ли. Ну, конечно. Ух, ладно, фиг с ним. Так, на Армагуша повесилась защита, ребята, это хорошо. Да, но Шреддер этот, чувствую, сейчас нам тут влупит. Он не похож на робота, хотя фиг его знает. Ходит он как-то подозрительно. Поехали. О, помощь. Отнял защиту. Окей. Повесь на него, пожалуйста, что-нибудь такое. Повесило. Так, супер-пупер удар. Изи. Так, пробьешь. Мимо. Блин, хорошо срабатывает. Армагуша прям в паре работает с Крисом Брэдфордом, но, к сожалению, умирает, да? Угу. На-ка. Ну-ка. Да почему ты мажешь-то, лопух ты несчастный, а? Чё он делает? Чё это? Зашибись. Я-то думал, сейчас его добью, там остался у него... Я все прекрасно понял. Да... Да, друзья мои, ну, вы прекрасно поняли. Да я тоже ступил, надо было все-таки там делать проникающее вместо того, чтобы просто бить его рукой, когда у него было мало хп. Ой, офигеть, хитрость, блин. Да, ребята, вот так вот у нас все это дело и прошло сегодня. Ну что, идем искать Джастина. Где он тут у нас? Вот он, нам всего лишь нужно 5 ДНК на него. Ой, какой уровень-то? Ладно, фиг с ним. На халяву, так сказать, получил уровень сейчас. Потому что я нечаянно не туда нажал. Так, да что ты будешь, какие навыки, блин? Не навыки мне нужно, а найти. Так, 6 попыток. Раз, отлично. Как всегда. Так, 2 ДНК, нужно 5, да? 3. Не получится, скорее всего. 4. Ну. Ну, у нас все как специально, ребят. Все как назло нам. Ни одна ДНК нужна, у нас кончается пицца. Ай. Гаврики, ханорики. Ну, ничего не поделаешь. Ребят, в следующем выпуске тогда да найдем, так сказать. И попробуем все-таки пройти. У нас будет там, ну, быстренько аренку пройдем с вами и попробуем все-таки на 3 звездочки здесь пройти. На 3 звездочки, да? И все-таки попробуем вот этот этап пройти. Пускай не на 2 звездочки. Ой, не на 2, не на 3, а может быть на 1, на 2. Но главное пройти нам. Потому что, ну, с Усаги уже, в принципе, тут и так все ясно. Фармить нам тут, в принципе, некого и незачем. Так что весь сыр будем сливать, наверное, на платиновое испытание. Хотя, нет. Не то, а здесь. Ну, вот здесь, например, можно было бы, можно. Но, опять же, у нас с тобой мало телепортов. А 4 штуки бросать на ветер как-то не хотел. Единственное, что я хочу, знаешь что? Давно мы этого с вами не делали.
Это крутить рулетку. А, у меня не получится. Нужно 16 пиццы. Вот ее бы я крутанул на самом деле бы. Ладно, не судьба. Ну что, дорогие друзья, на этом будем закругляться. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков. Удачи вам!